Радио Soul Life представляет каждую субботу с 15 до 19 радио-шоу Break the Silence и его ведущие диджей Алексей Смоловский и Соня Айс. Welcome to our world of deep house music. Добрый день, дорогие друзья, с вами Soul Life Radio Station и Break the Silence. В гостях у нас сегодня Павел Филатов. Он спасал не так давно нашу передачу, пока я отдыхала в Испании, Алёша наш немножко приболел. Паш, спасибо тебе огромное, теперь мы рады тебя видеть в качестве нашего гостя и очень рады, что ты для нас еще раз сыграешь свой обалденный, офигенный, помпезный сет. Иди, поздоровайся. Хватит в сумке ковыряться. Всем привет. Ну что ж, сегодня поиграем для начала легенькой музыки, а потом перейдем к более плотной. Я надеюсь, всем понравится. Спасибо за приглашение, Сонь. Всегда рад. Если что-то нужно будет, звоните. Спасибо тебе большое. Друзья, наслаждаемся, веселимся и обязательно танцуем. We'll be right back.
Дорогие друзья, я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Павел Филатов, человек, который спас не один раз наш эфир. Пашка, спасибо тебе большое. А теперь давай мы немножко узнаем о тебе. Расскажи вообще, как давно ты занимаешься диджеингом, как ты к этому пришел и почему ты захотел радовать людей своей музыкой? Ну, да, более история банальная. Я в клубной структуре сменил много разных профессий, в том числе там диджей, танцоры, звуковик, чем только мы не занимались, да. Началось все это очень давно, где первый или второй курс института, 97-98 год, меня там взяли ребята на поруки, скажем так, обучили всему этому действию, работу с оборудованием, ну а дальше отправили в свободное плавание. Вот так все это и зарождалось, дальше все пришло с самим собой, с опытом, с общением, с постоянным слушанием музыки, как, по-моему, сказал Моцарт, если я не ошибаюсь, не хочу быть там совсем ошибочным, чтобы любить музыку, ее надо слушать. Ну, наверное, вот постоянное внимание к данному направлению, ну, музыкальному, разному, наверное, так вот сформировало во мне это действие. Значит, ты еще и танцуешь неплохо. А то, может быть, ты нам сейчас тут еще пару па покажешь, а также расходить? Нет, еще время есть. А также я знаю, что ты был MC, да, какое-то время? Да. Поставленная речь, что я слышала в Испании, все на Авито, когда слушала твой прямой эфир, как ты нам привет и всем передавал. Слушай, ну это очень здорово. Расскажи, а сейчас у тебя какие-то проекты есть, но ты играешь, и тебя можно прийти послушать? Сейчас в течение лета пока никаких проектов, так мотаюсь по гастролям небольшим, да, лето отдыхаем, к осени обещаю кое-что подготовить. Пока рассказывать не буду. Правильно, поэтому мы пока дальше слушаем музыку, а чуть позже мы еще раз к нему вернемся. I think I got everything.
Stars.
I'm a real man, I'm a real man, like,
it feels to be a woman. How society is not their biggest fan, but I am. God, I am. God, I love women, and I'll do anything to show it. Get down on my knees, cause they deserve it. And that's what real men do. Get out of his ways to show you that he loves you. They like to tell me that I'm sick, but I wanna be the one taking care of you. Cause I'm a real man, the realest. I'm a real man, and you can see it. I'm a real man, baby, you can scream it. I'm a real man, wearing a girl's body. Stand up.
We'll be right back.
Дорогие друзья, напоминаю, Break the Silence на радио Soul Life Radio Station. В гостях у нас Павел Филатов. Ему даже смешно стало. Паш, слушай, ну ты вот обмолвался словечком, что осенью нас что-то ждет. Ты какой-то пишешь трек, какую-то песню нам хочешь забабахать. Не буду пока рассказывать, есть один проектик с одним человечком, тоже всем известным в узких кругах, поэтому пока не буду рассказывать, еще не на 100% все обо всем договорились, есть некоторые нюансы организационные, но я думаю, там, возможно, на 90% к сезону будет кое-что готово. Ну, слушай, очень круто. Я смотрю, ты из такого из лайтовенького перешел уже в рубилово конкретное. Скажи, какой стиль музыки ты в основном предпочитаешь играть? Узкий формат, широкий формат? Ты знаешь, на самом деле я как-то не ограничиваюсь, потому что мероприятия разные, клубы разные бывают, да, абсолютно. Я не моноформатный диджей, есть разные материалы. Но в основном, конечно, хаус-музыка. Без всяких там слишком жестких изысков там каких-то, поэтому... Потому что народ любит, чтобы потанцевать, такое лень. Ну, не совсем. Народ в некоторых региональных клубах, наверное, народ любит такое, что лучше вообще не приезжать. Поэтому приходится их пытаться держать нормальную музыку. Слушай, а бывало такое, что приезжаешь, вроде играешь популярную в Москве музыку, где все радуются, все танцуют, а туда приезжаешь, а они прям... Конечно, неоднократно приходилось выкручиваться, но, блин, тяжело, конечно, все это дело, когда промоутер не предупреждает о том, какого формата клуб. О чем ты должен спрашивать всегда обязательно. Надеюсь, не было такого, что тебя снимали когда-то с сета? Вот этого никогда не происходило, не помню. А были, когда в отмены гастролей, ну да, это по состоянию здоровья, там, или еще по невозможности договориться с промоутерами, но в основном никогда во время выступления ничего подобного не происходило. Отлично, хорошо, что такого не было. Дорогие друзья, Павел Филатов у нас в гостях. Он сет свой уже заканчивает потихонечку, поэтому мы еще с вами успеем попрощаться. Или мы сделаем это сейчас, чтобы не прерывать уже последние сладкие звуки твоего сета. Дорогие друзья, напоминаю, Павел Филатов у нас в гостях. Паш, спасибо тебе большое. Надеюсь, ты к нам еще когда-нибудь придешь. Либо выручить, либо поиграть. Мы будем очень тебе рады. Еще раз спасибо. Вам огромное спасибо. Всегда буду рад помочь. Если что, куда гастроли вызывайте, телефоны всегда работают. Все, спасибо большое. Продолжаем слушать диджея Павла Филатова. С вами Break the Silence на Soul Life Radio Station. Shit.
excuse.